Как вы заметили, он плавает, ездит, вернее, ходит. Мощный, с огромными колесами и сверхпроходимостью. Впервые красноярцам презентовали российский вездеход «Шер». Эта трехметровая махина проедет по болотам, по снегу и даже сможет выехать на поверхность льда, если тот треснет. Любители активного отдыха интересуются ценой. Стоимость около 6 миллионов рублей. А вот те, кто предпочитает отдых поспокойнее, больше интересуются рыболовецкими атрибутами. Александр Петрович рассказывает, именно на такую приманку президент Владимир Путин и поймал 20-килограммовую щуку в районе Тывы в 2014-м. И этим мужчина очень гордится. Говорит, эта блесна особенной конструкции. Она звенит, и рыба слышит и видит ее даже в мутной воде. Свое изобретение на шарнирах мужчина уже запатентовал. Ну вот, мы имитируем, она не похожа на рыбу, да? Зато она имитирует шумами и своим поведением именно раненую рыбку, то, что нужно хищнику. И даже в мутной воде он ее найдет. Для этого нужен дополнительный шум, дополнительная вибрация. Стоимость таких приманок в разы меньше – 300-700 рублей. Можно найти и обычные. Выбор большой. Не только для рыбаков, но и для охотников. Например, на выставке есть эксклюзивные ножи. На них питерские мастера дают пожизненную гарантию. Есть даже нож, посвященный памяти войск Второй мировой. Такой же хранится в Эрмитаже. Все изделия изготавливают под микроскопом. Например, вот этот стоимостью в 1,5 миллиона. Это бивень моржа. Резко ручная изготовилась под микроскопом, потому что, ну, видно, детализация очень высокая. Глазки украшены изумрудами в серебряных кастах. Такие работы делаются для того, чтобы для выставок, для заказчиков показать уровень своих работ, что мы можем делать. На выставке представлено около полусотни лодок, десятки квадроциклов и вездеходов, чучело животных и тысячи рыболовецких атрибутов. Все это привлекло внимание красноярских мужчин. И организаторы уверяют, все самое интересное еще впереди. Выставка будет работать до конца недели, с четверга по субботу. Двери для посетителей открыты до 6 вечера, в воскресенье до 4. Билет стоит 150 рублей, для детей вход бесплатный. Ольга Хохлова, Вячеслав Казаков, Афонтово, новости.